Всем привет! Вы слышите главного стратегического жевжика планеты Земля Алексея Халецкого. А это значит, что вы на канале Лёша Играет и начинается очередной ФФА-сериал в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Недавно появился патч, вот, собственно, с ним и играем. Карта Пангея, случайные технологии и случайное дерево социальных политик, уровень стихийных бедствий поставлен на троечку, и мне довелось сыграть за одну из новых цивилизаций, за Эфиопию. Напоминаю, что спонсоры канала все серии могут посмотреть сразу во вкладке «Сообщество». Для всех остальных они будут выходить раз в сутки. И традиционно прошу воздержаться от бессодержательных спойлеров в комментариях и от оскорблений участников. На этом вступительное слово завершено. Приятного вам просмотра. Эфиопия. Значит, города на холмах надо ставить и сразу думать о религии, потому что мы получаем 15% науки и культуры от производства веры в городах, но построенных на холмах. Холмы есть, речка у нас тут не речка, даже озеро есть. Ну, я думаю, что я бы отсюда и не уходил. Ну да, не, нормальное. Вот это место нормальное. Жалко, тут есть гора именно рядом с городом. В принципе, кстати, если я вот сюда пойду, то я могу город еще сюда всунуть. А, ну тут нету холма, нету смысла. Да, нету смысла пытаться запихивать. Ну, давайте я все-таки вот тут вниз гляну еще. О, нормально, 3 еды. Нормально. Мне это нравится. Вот мне нравится, что у меня тут, судя по всему, голый Вася будет туда дальше. Да, случайные техи. Играем. Надо глянуть. Что ж, животноводство. Да, вот это... Это я боюсь, что на политическую философию кучу всего придется открывать. Холма вообще нет. Америка. И Африка. Интересно, деревня психология сгенерилась. Кстати, да. Особенно на возрождении. Ну да. А, блин, оно вообще, смотрите, оно вообще не пересекается никак. Да. Оно реально до возрождения ты можешь по одной какой-то ветке тупо идти, и все. По четырем, тут четыре ветки, да, не пересекающиеся. Каждый свои пути развития. О, разлив с самого начала. Молодец. Да, ну все правильно, пускай так обрабатывается. Тут, блин, через горы даже не пройти на тот континент. Так что будем тут исследовать. Как река называется? Баро. Блин, ну мне холмы нужны. Если не будет холмов, то как бы грустно за Эфиопию. Ну вот, например, сюда или сюда. Вот тут, блин, до жемчуга, правда. Наверное, вот сюда надо, где стоит дуболом. Временно сюда размещаем. Угу. Не, пускай. Или подождите, давайте глянем. 6-2, а так 4-2, да, конечно, в рост. Видите, вот тут нету холмов. Это проблемка. Тут хотя бы хоть какие-то холмы. О, пустыня. Да, но с другой стороны, надо думать, где... Ну, вот тут кампус, да? Ой-ой-ой. И торнадо, и разлив. Но никого не задело. Слава богу. Привет. Давайте лучше вверх идти смотреть. Или я туда этим побегу, ладно. А ты далеко от меня? Ну, тут приличное расстояние. Давайте строительство поселенца пока. Лошади не очень удачно. Я бы их лучше сразу обработал, а так получается. Так, ну,
горное дело. Я вверх недалеко, если буду идти не сильно. Потом гончарочку. Хорошо. Так. Надо думать про священные места на самом деле. А природные бедствия на сколько стоят? На три. Тройка. О. И руинка, и лагерь варваров. Угу. И река. Кто-нибудь холмы тут видит? Вот я вижу один холм. Вот холм, блин, но не рядом. Может, тут будет холм? Привет, Гальская империя. Добрый. Какие-то реки. А ваш пока название... Название эфиопские пока. Три пожара. Разных. Привет, друзья. Привет. Так, теперь 5, 8, 2. 5, 3. Я думаю, что мне все-таки хочется побыстрее рабочего тут сделать. Так, давайте глянем. Блин, нету. О, 4, отлично. Отлично. Нету холма. Вот тут есть холм. Но мне бы хотелось... Блин, тут надо подумать. Тут тоже хорошее место на самом деле, вот на холме. А подождите, вот эти ребята на холме стоят. О! А вот тут бы я город сюда поставил. Вот либо только на этот, либо, наверное, вот на этот. Блин, блин, я не выбрал. Ай-яй-яй. И это у нас еще даже без мода на таймер мы играем. По идее, должно медленнее быть. Так, ну, давайте, наверное, против варваров поставлю. Хочу этот лагерь забрать. Да, мне кажется, вот сюда нормально будет. Ух ты, какие тут интересные места. Да, ну, пока вот это точно для кампуса. Правда, еще не факт даже столичного кампуса или, например, от этого города. И дальше пойдем, да, в международную торговлю. Тут орошение, гончарное дело. Тут даже можно уже не залочивать. Тут просто нету других клеток для обработки. Ну, я, наверное, медь обработаю. Потом пойду скот. Да, дайте что-то, давайте мы... А, нет, у меня мореходство не ускорено. Я бы, конечно, потом пошел, обработал янтарь, но мне мореходство надо открывать. А это еще 5 ходов. Я, наверное, сюда поведу город ставить. Давайте я сюда схожу, посмотрю. Два жителя умерло в пожарах, нормально? Мне важно с этой стороны найти соседа, потому что с этой стороны меня хрен кто возьмет просто. Если там кто-то даже есть близко, но это нереально тут воевать. Я вряд ли буду туда прям города ставить. Блин, они реально отскелили экспу. Раньше же было 2 раза проатаковал... Копейщика и уровень. Ну, в смысле. А, апнулся, да. Теперь после третьего. Сейчас страдать придется. Так, давайте мы один ход полечимся. То есть на сетевой скорости теперь намного дольше будут юниты качаться, да? Получается, воевать сложнее в какой-то степени. Зато на марафоне юниты будут быстро качаться. Ну, это как бы по ощущениям тех, кто играл на марафоне.
Мало кто, мне кажется, играет на марафоне. Что это долго. Еще один разведчик. 10. Ага, я смогу пантеон принять. Разлив. Господи, что так часто-то? Я вот думаю сейчас забирать мне лагерь лучше, потому что если я заберу лагерь, то, скорее всего, конь меня убьет. А так можно постоять, пускай он меня... Так, давайте я мореходство начну потихоньку. Открывать. Надо вообще сюда идти с скаутом. О, вот теперь можно будет и забрать лагерь. Привет, Гал. Далеко? От моего разведа? Так, посмотрим, где всадники. Ну, да. Примерно, где мы встретились. В лагере варваров, скажем так. Более-менее. Да, так, неплохо. Так, ну что брать? Священные места от тундры. Нету тундры, от клеток пустыни. Ну тут есть пустыня, но мне кажется, ради этого не стоит. Тропических лесов. Есть тропические леса, да. Наверное, стоит взять от тропических лесов. Галлы. Давайте глянем, как далеко. О, близко. Галлы тут близко довольно-таки. Разведчиков убивают. Прям где-то вот тут уже должен быть город. Ну, то есть мне, видите, в эту сторону надо ставить города. В общем-то. Фига тут горы. Пойдемте возвращаться. Так, давайте посмотрим, как... Я сюда сразу поставлю город. А этим пойдем как раз ускорю мореходство, когда город тут встанет. Поселенца. Я не вижу тут у меня каких-то проблем, например. Так, 7, 6. Да, давайте так оставим. Или может переключить на лошадей, чтобы одновременно и город вырос, и... Сейчас я вот гляну. Вот так оставим. А здесь... Так, 6, 5. 5, 5, отлично. Вот так сделаем. Так, мореходство отменяем. Ну, давайте пока обработку бронзы. Блин, я бы и астрологию. Давайте я пока астрологию вдруг чудо найду. Что-то вообще ни одного города-государства. Нету. Блин, а где же его границы? Ну вот прям где-то тут, что ли, должен быть, не понимаю. И, кстати, для галлов тоже важны холмы, а вот я тут у него не вижу особо их. Ага, вон они. Вон границы. Добрый день, Гидон. Добрый вечер, Гидон. Так, два хода, да? Ну, как раз прибудем сюда и подождем. Может быть, подождем мою маму? Подождем твою мать. Так. Нет, только одну город нашел. Ведем ставить. Идем следовать сюда. Галла. Вообще дальше. Ну, на озере, кстати. Нет, трубы не нашел. Тоже неплохо. Не три.
Не, я ее второй нашел. Блин, господи, сколько тут гор. Мне все-таки надо будет там город, города ставить. Мне кажется. Я увидел ее, обрадовался, думаю. О, я первый. Так, дальше пойдем. Кого? Мастерство. Ранняя империя. Да, надо в раннюю империю. Будем тут что-нибудь менять. Плюс 5 против варваров. Давайте удвоенный опыт юнитам разведки и, конечно, производства, потому что пантеон мы уже взяли. Да, ведь мы убьем. Ну все, у меня теперь песня в голове. Что, она не открылась? Да ё-моё. О, Луара, это значит, тут где-то у нас Франция. Тут постою. А что в Микеле строить? Тут, конечно, жилья не хватает с одной стороны, с другой стороны тут нету счастья. С третьей мне как бы и обрабатывать тут нечего. Это твоя столица? Может, сам бары все-таки начать? Ну вот, где я тебя встретил. Я не вижу. Давайте я куплю. Да, Рио-де-Жанейро вижу. Торговца. Было прошлым ходом, кстати. Да, солдат сейчас чуть больше как-то. Да, но он сюда, кстати, не скоро будет селиться, ведь у него не очень удобно поселенцами идти. Так, я бы вот тут посмотрел. Какие клетки. А этим, наверное, сюда пошел бы пока. Так. Караванчик, дорогу и обрабатываем янтарек. Ты, хороший понтон ты взял. Ну, кто на Бразилии? Да, бразилец на лагеря. Наверное, сейчас артемитку вас там построят. Ну, у меня просто джун кто-то собрал. Буэнос-Айрес. Ну, я не первый встретил. Ну, там явно там Франция, даже конечно. Лучше, чем на джунгли. Там явно Франция. Гал, а ты находил какие-нибудь там чудеса, города, государства? Чудеса? Нет, ГГшки, да. И где? Поделись инфой. Одна надо мной, вторая практически подо мной. Так, я думаю, что этим сюда пойду, а этим, наверное, тут надо смотреть. Пойду по побережью. Ой, варвар. Так, а куда мне этого вести, кстати? Что-то я... Ну, мне вот сюда уже не так сильно хочется. Мне хочется куда-то сюда. Вот, может, сюда, вот на этот холм. Сюда все равно потом город станет. Или вообще сюда куда-нибудь. Но тут дело в том, что тут нету пресной воды. Как бы вот на эту медь это совсем грустно. То есть я сюда когда-нибудь город поставлю. Да, давайте вот сюда поведем. И дуболомом на защиту. На всякий пожарный. Так. Пока поселенцев хватит, давайте, наверное, еще строить. Тут и выглядит так, что вроде пока армия вообще не нужна.
Сейчас как раз, видите, я открываю астрологию, к сожалению, чудо так и не нашел, чтобы ее ускорить. И увижу, где мне священное... Вот, по идее, вот тут будет священное место очень неплохо стоять. Тут священное место, тут... Ой, блин. Да, Бразилия, смотрите. Что ко мне привела? Сейчас мы глянем, конечно, сколько там оно будет. Я убегаю. Да, плюс 3. Ну, что же убегаю? Правда, этот лес тоже считается. Ну, тут, кстати, вот это... А они оттуда бегут. Блин, мне даже надо выше вот сюда даже, скорее всего, ставить. Смотрите, ну в любом случае, его, вот да. Сюда у вот нас я его идет забрать, акведук. Там два коня появилось. Сюда идет дамба. В общем, бежать к себе, ты побежал. Сюда идет промышленная зона. Они то есть вот этот камень заперли. Нельзя вырубать, это будет еще плюс. То есть вот эта промышленная зона офигительно. Так, священное место. Вот эти все плюс 3, это чисто от лесов, но я-то взял на тропические леса. Бонус. Это плюс 3 от гор, но я там хочу... Ладно, тут у меня еще есть время подумать, где священные места ставить. Давайте в письменность. Что тут нам? Финьки, ты хоть поселка прикрывал, а то тут варвары бегают. Интересно. Я вижу. Я одного убил. Интересно, где он находится. Так, 8 ходов. А ты куда селиться будешь? Ну, видимо, нормальный вес. Не, вниз мне некуда, я чуть-чуть выше и правее. Вот. Ну, смотри, там, где твой разведчик сейчас стоит, из моего поселка. Ну, где сейчас стоял. Я понял, да. Нет, я ниже еще. То есть... То есть я там ниже. Могу это поставить, да? Да. Ну, спасибо. Где у нас губернаторы в трудовой повинности? Ну я как раз ускорю священным местом. А, ну и в ранней империи. Мне пингалу надо брать. Так, есть у меня деньги на выкуп клеток. Ну мне походу вот сюда надо священное место все-таки. Сейчас я выкуплю эту клетку, я посмотрю. Просто, понимаете, тут ставить... Тут написано плюс 3, но... Я вот эти два леса буду вырубать. И тут уйдет. И тут всего лишь один тропический лес. А вот здесь три тропических леса, и все еще будет то самое плюс 3. Поэтому пока продолжу. Ну, Стоунхендж. Я, конечно, могу Стоунхендж, но это как раз сюда, типа, не... Кстати, а можно вот сюда Стоунхендж попробовать? А, кстати, Эфиопия, привет. Да-да, здорово. Это, кстати... Ну, я вырублю лес. Он быстрее будет строиться. Я понимаю, что я вряд ли все равно буду в Золотой век, но религия... Раньше появится. И в принципе, мне кажется, Стоунхендж тут неплохая идея. Кто-то бил варварского разведчика, воин почти полностью просел. Раньше так было? А тут же как поменяли? Что-то слишком жестко. Что поменяли еще? Ну, опыт имею, да. То есть, думаешь, у него проседает, потому что не хватает на... апгрейд? Ну, видимо, да. Он же атакует. И раньше сколько? Два? Два удара нужно было, сейчас три. Да, ну ФП-то прям настолько сильно просело. Ненормально. Мощных ДГ-шек, конечно, много. Привет, Франция. Привет. Давайте, наверное, мастерство. А где на чудеса? Вот труда. Ну я не построю, пока Стоунхендж буду. А, давайте военную традицию.
Да. Сюда давайте Стоунхендж, сюда священное место, тогда... тогда все. Я думал, сюда еще театралку, но с священным местом, у которого бонус соседства от тропических лесов. Еще, кстати, сюда можно подумать. Священное место. Так, значит, как мы делаем? Сначала выкупаем эту клетку. Вырубаем. Ставим сюда Тонхендж. Теперь я хочу посмотреть священное место. Тут все-таки на плюс 3. А, тут холм, кстати. Я бы... Ну да, то есть вот сюда надо будет священное место ставить. Чем ходом сюда пойду вырубать. Блин, тут я вижу кучу холмов. Но... Туда сложно город вести. Вот в чем дело. Надо пойду сюда стоять, чтобы какие-нибудь варвары не появлялись. Тут я, наверное, с монумента начну. Просто, чтобы клетки быстрее выкупать. Какие-то задания начальные ГГшек странные. Вообще все на них людей. О, Канди. Слушайте, это очень хорошо. Вот ее надо засоюзить, тем более, что я скоро священное место буду строить. Еще и Таруга. Отлично, где у нас политическая философия? А вот она. Да. Так, а гавань где? Мне надо катерыб тут обработать, чтобы гавань увидеть. Я бы, кстати, в Адис-Абебе и Микеле ставил именно гавани. Так, идем сюда вырубать. Тут обрабатываем лошадок. Ну, опять, кстати, можно не ставить... Замочек тут и так понятно. Город будет лучше выбирать. Бразиль, иди помогай мне. Ты этот ад сотворил? Справляйся. А, там убили все-таки моего. Да, конечно, вот это исследовать. Это мы его убили. Мне опять конец прибежал. Ну, прости. Я на ресурсе хотел. Где-нибудь могу это ускорить? Ну, тут могу, да. Трех варваров убить, блин. Там пошли верховую езду пока. Ну, я двух, по-моему, уже убил. А вот где мне третьего варвара? Ну, тут, что ли? Рона. Так. Выкупаем клетку. Вырубаем. Два хода. Но все равно, видите, в нормальный век. Я еще хочу посмотреть священное. Да, все равно плюс 3. Ну, сразу сюда поставим. Нам все равно священное место надо. Хочется сюда рабочим походить, но явно там все-таки варвары будут. Поэтому нет. Возвращаемся потихоньку. Привет. Мне кажется, у Гала где-то лучше места. Мне кажется, он туда куда-то ставит города. Так, у Франции два города, у Гала два города, у Финикии два, у Египта два. Значит, третий они еще никто не успел поставить. Ну, мне кажется, все-таки надо будет сюда идти куда-то. Ввести горы, потому что тут очень крутые горы. К сожалению, надо туда ставить. Ну, к сожалению, потому что, во-первых, там варвары. Кстати, мне, наверное, стоит туда идти дуболомом. Во-вторых, Франция. Ну, тут горы шикарно выглядят. Мне даже, наверное,
стоит вверх скорее расселяться, чем в ту сторону. Зачем? Что вот тут? Вот эти места хорошо выглядят. Там и тропические леса, на которые я взял. Пантеон. А где тут лагерь варваров? Откуда эти все появились? Где-то тут будет, да? Ясненько, понятненько. Ну что, может тут вырубать леса? Да, пойду-ка я сюда дуболомом. О, поселок. Не-не, это иллюзия. Иллюзия поселка. Двадцать монет и не пробую его захватывать. А потом все-таки захватишь. Еще раз подешевле. 30 секунд на решение осталось. Загадка от Леши. На решение дается 30 секунд. Либо счетчик. Дальше идет. 20 секунд. Спасибо. Прогнулись. Легкий гоп-стоп. Ну тут скаут реально подошел из-за угла. Так, да. Так, давайте вырубим тут лес, чтобы... Блин, нельзя. Странно, я думал, рабочие не мешают перемещению православия. В Эфиопии у нас будет православие. Так, храмы и святилища производят культуры столько же, сколько и веры. Нет, трудовую дисциплину. Блин, или хоровую музыку. Тут обе классные. Давайте, наверное, трудовую дисциплину. Все-таки. Чтобы производство сразу было. Так, а здесь... Может, возможность покупать за веру? Взять. Не знаю, защитник веры, крестовый поход я что-то не хочу. Давайте, наверное, покупать... А, или это не здесь? Странно. А, бонус Магнус начинает действовать только после того, как он сядет в город. Да. Угу. Хм, нету действительно. Ты можешь этого разведчика убить? Ладно, какого? Ладно, давайте вы защитник веры. А, ты инди, господи. О, я вышел в золотой век, благодаря религии. Класс. Если останется там, что будет? Это очень хорошо. Ребята, это прям зупа-дупа. И монументальность сейчас очень в тему будет. Покупка за веру поселков и рабочих, то что надо. Так, что ты мне тут колошматишь своей дубинкой по голове? Так, сколько стоит посел? 95. Наверное, стоит их покупать, реально. Так, рыбу. И начнем. Блин, я вот ничего не могу ускорить тут. Блин, каменоломню, кстати, тоже надо. Давайте я вот лучше куплю клетку и каменоломню здесь обработаю. Оба-на. Так, вот не хочу пока этот лес вырубать. Конечно, потребуется для... Но не сейчас. Давайте, может, на холмах лучше порубим.
Вон туда Гал. Кстати, там, видимо, у него как-то Финикия поближе будет, чем я. А тут как священное место? Тут, кстати, хреновое священное место, потому что нету тропических лесов. То есть, наверное, пока не ставим. Кстати, в Адис-Абебе вот тут у нас эти строители. В Адис-Абебе выглядит вот тут кампус. Неплохо. Для Адис-Абебы. Так что мне город куда-то вот сюда вообще придется ставить. А это кампус для Мекеле. Я тут гопники окружают. Кстати, кто в Золотой век кроме меня вышел? Египет. Ну, у Египта уникальный юнит был для этого. Так, где гавани? Далековато. И мне бы в Канди, засоюзить. А как там? За каждый храм. Какие-то пустыни. Гал, а где Финикия? Выше тебя? Вот твой развед, иди направо. Так. Надо ли мне святилище или лучше амбар? Тут достаточно и так, что производство есть. Давайте, наверное, амбар пока. Конечно, святилище веру дает, которое... Не, давайте святилище. Мне надо как можно больше веры, собственно, покупать поселенцев и расселяться. Не хочу их строить. Так. Тут надо теперь... Подождите, а где там наша вот эта уникальная фигня? Строить скальный храм. Плюс одна вера за каждую соседнюю гору и холм. То есть мне вот эту фигню надо строить, а не... Никто не сопилки еще не находил. Смотрите, а оно строится на... интересует. Только на холме? Только на холмах, да. Не соседствующий с другим скальным. То есть мне надо вот сюда ставить, смотрите. Сюда надо ставить эту скальную хрень. Скальный храм. Извините, что я храм хренью назвал. А вот сюда, собственно, шахты, конечно. Ну, что, не буду я поправлять. Я полечусь, пока постою. Так, два заряда. Ну, надо сюда идти. Шахту ставить. Вопрос. Я бы, наверное, все-таки хотел туда пойти исследовать. То есть понятно, что Финикия там. Математику. Ну, видимо... Не, давайте... Не знаю даже. Ладно, давайте обработку бронзы. По идее, железо не должно появиться там, где я хочу. Кстати, а в Гондоре что-то я тупанул. Священное место как... Плюс 4. Вот это я понимаю. Да, давайте сначала рабочего. Надо производство поднять, а то он... Совсем грустненько, тем более, что он сейчас сам клетки, пока будет строиться рабочий, добавит и мрамор. Потом уже священное место будем делать. Понимаю, что религии... Ага, вон неизвестный гроб, Дед Бородет еще. И доктор Чума на религию. А Дед Бородет за кого играет? За Индию. Да, ну религию только я основал.
Видимо, покупка за веры — это там, где трудовая дисциплина, и там же где... Ну, там вот это хорошее все, это и трудовая дисциплина, и хоровое... Что там, пение, что ли, да, которое культуру, как и веру, дает. Это все круто. Но я хочу производство получать больше. Потому что культуру я, по идее, должен как раз от веры получать. 15%, да, вы помните. То есть, по идее, вот здесь даже должно... Вот, 1,2 науки, видите, идет именно от веры сейчас капает. Поэтому мне надо кочегарить веру, а смысл мне культуру, а не производство. То есть производство тоже надо откуда-то брать. И удовольствие это, тем не менее, типа нормально. А, плюс еще как... Кстати, вот надо бы все-таки орошение открывать и плантации обрабатывать. Так. Ой. Блин, тут еще и геотермальная. Тут, вот тут город стопудово нужен. Так, давайте посело покупать уже. 95. Ну, это потому что тут рабочий стоит. И куда-то сюда надо. Нельзя как с этими варварами, правда, справиться сейчас. Это может быть проблемой. О, а Египет тут сверху оказался. Ничего себе. Я думал, Египет где-то дальше там. Давайте, может, всадника я одного сделаю. Нет, давайте пращников, ладно. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!